пришли в галерею Мальта возле озера Мальты. Торговый центр. Там какое-то представление, концерт какой-то, что-то там поют, танцуют, или там сзади фонтанчик был прикольный такой. Разноцветный. Вот сегодня суббота. Торговый центр галерея Мальта. Называется. Нашел сладкий пончик, да? Сыночек. В сладком пончике. Вышли с торгового центра на мост. Посмотреть на обзор на озеро Мальта. Пока еще не стемнело. Сейчас прогуляемся по мосту, а потом вернемся обратно в торговый центр. Погода сегодня, конечно, прям осень-осень. Засентябрила, задождила. Машет, приветик. Похолодало. Целый день пасмурно. А над озером чайки летают. Вон они, чайки. Шатается? Шатается? Ага, шатается мост. Ага, шатается. Так стоишь, прям шатает тебя. Пойдемте, холодно, тут так будет. Да, пойдемте обратно. Сейчас поднимемся наверх, сверху посмотрим, как там выступают. Другой немножко вид будет. Я сладик, я. Ты что делаешь?
Высоко, да, сыночек? Ага, замок, который мы проезжаем всегда. Вот он. Ой. А, это старый рынок. Старый рынок. Вот эти 5 домов. Вот по этой улице красивые. Ладушка пошел книжки рассматривать, читать. Ну не поднимайся, ну. А Вова найдет место себе для отдыха везде, да? Вова с работы сегодня работал до обеда, устал. А не выспался? Не выспался, потому что на футболе вчера был. Но. Допоздна. 12-0. Кстати, кто победил? Лех, 5-0. Лех? Познать. Как Аргентина, Ямайка, только Лех. Кракове, Краков. Вон, смотри, машинки, сыночек. Вон они, машинки. Цены 10 минут 29 злотых. Давай, а нельзя.
вместе? Я еду, ну и на балалайку танцую. А вот я балалайку танцую. Вова выбирает кофе. Ладушка там с тележкой уже набрал себе сладостей. Смотрите, какое печенье. Баунти, Твикс, ММДМсики. Прикольно, у нас такого нету печенька. Марс. Шоколад поедим? Да. Ладушка, устал? Да. А у тебя ручки чистые? Да. Мама, у тебя есть салфетки? Есть. Держи. Спасибо. Спасибо. Будешь вытирать ручки. Дингуе. Ладушка зарядку делает с девочками. Тренируется. Повторушечка маленькая. Это надо делать. Да? Смотри, как девочка делает.